В Махачкале прошел круглый стол «Chefs Team Russia». На нем будущие кулинары пообщались с одним из ведущих шеф-поваров Николаем Сарычевым. Молодые люди задавали спикеру вопросы о том, как справиться с нагрузкой в сезон туристов и как начать свое кулинарное дело. Также в рамках круглого стола говорили о разработке отечественных знаков качества, подобных звезде Мишлен. По словам организаторов, подобные встречи помогают расширить видение на кухню и перенять опыт у мастеров. В России есть несколько ассоциаций. Это одна из самых таких динамично развивающихся, там несколько тысяч членов. И все это делается бесплатно, чтобы наши повара, как говорится, не варились в своем соку, а чтобы понимали, что надо развиваться, надо выезжать на чемпионаты, надо участвовать в различных международных соревнованиях. Николай Сарычев, основатель и президент кулинарного сообщества «Chefs Team Russia». За его плечами более 20 лет работы в кулинарии, в том числе и на должности шеф-повара. Он отметил, главная цель его кулинарных мастер-классов и круглых столов – передать свой опыт молодому поколению. Наверное, как мне многие говорят, мои как соратники, буду мотором, буду движком сегодняшнего мероприятия. Конечно же, расскажу, что мы сделали как ассоциация, что мы не то, что хотим, что мы делаем. Мы, как уже состоящие шефы, те люди, которые получили в свое время знания, где-то съездили, обучились и так далее, где-то прочитали, сами научились передавать знания детям.